Хочешь крутую футболку для себя, друга или девушки? Тогда не трать время, заходи скорее в мой магазин одежды, покупай самые крутые футболки и радуйся. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья, с вами Механик, и сегодня у нас гангстерский выпуск в BMNG Drive. А гангстерский он потому, что я буду удирать от копов. Итак, я переключаюсь на свою тачку и попёр. Сзади коп. Вообще никак нельзя сдаваться, потому что у меня полный багажник наркоты. Хотя нет, какой еще наркоты, вы чё? Семечек, конечно, упер у бабки семечки. Сваливаю семками прямо по жесткачу. А где коп-то? Да какого хрена вообще, а? Чуваки, что это, блин? Копы с ума сошли или что? Вообще, я не понял, как это может быть? Как такое может произойти? Он просто взял и впилился в камень на ровном, мать его, месте. Так, ладно, я тут тоже пока разглагольствовал, впилился в камень, но... Ладно, все, я еду. Не сможет он меня догнать? Вообще без вариантов, мне кажется. Ух ты, ни хрена ж себе! Вот это эпик! Догнал и оторвал мне бампер. Сволочь коповская. Сейчас я ему сейчас устрою. Давай, назад, пожалуйста. Во. Сейчас я его... Я ему дверь оторвал. Просто дверь нахрен снес. Погнали вперед. Где там этот подонок? А вот он. Давай, чувак. Все, и надо валить. Надо сваливать отсюда. Просто-напросто надо сваливать. Че там он? Может одуплиться, нет? Да, все отлично. Все замечательно, едем потихонечку. Машина больше не топит, потому что что-то там дымится, что-то пробилось. Надо, наверное, было спидометр поставить. Хотя, если честно, в погонях, мне кажется, спидометр вообще не особо нужен. Главное удрать от этого чертова копа. А вот сюда надо было. Давай, поворачивай. Есть, потихонечку. Ни хрена, вы видели, насколько ушатана у него машина? Так, все. Вообще что-то не едет. Вот практически в пол я надавил, она вообще не едет. Что тебе надо? Что тебе нужно? Почему ты не едешь? И самый вопрос... О, все, понял, вот он. Вот он, коп. Тихо, парень, успокойся. Давай договоримся, дружище. Так, сейчас я смогу его... Я смогу его сейчас спихнуть, если у меня задняя включится. Ну, включайся ты. Нет, ни хрена я не смогу его спихнуть. Ладно, поехали дальше. Тихо, коп. У меня машина что-то не едет почему-то. Блин, что за хрень-то? Машина не едет. Да и давай, что ли? Они сцепились, как собаки. Все. Это конец, он поймал меня. Он просто поймал. Ну ты молодец, коп, молодец. Ладно, погнали, мы поменяем сейчас машину мне. Я просто как такой, как супер четкий генста. Я буду уезжать сейчас на чем-нибудь другом. На чем вообще может уезжать нормальный гангстер? Конечно же на восьмерке. Блин, ребят, вы сами посудите, восьмерка это топ-тачка. Реально топ-тачка для погонь. Куча советских фильмов, где там восьмерки просто такое исполняют, что ни один Dodge Charger, ни один Nissan GTR не смогут такое просто повторить. Восьмерки the best. Кто любит восьмерки, с вас по лайку. Так, ну чё, мы едем или как? Ни хрена себе она как дергается со старта. Вот эта тачка, вот это я понимаю. Воу, тихо, парень, тихо. Так, заднюю включай. Есть, давай потихоньку дотрогайся ты. Ой. Кстати, я тут впилился во что-то. Блин, я во что-то там вписался. В камень, понятно. А он, походу, тоже, или нет? Или он ждет моей реакции какой-то? Он задом едет быстрее, чем я передом. Это вообще законно? Они там что, с ума посходили? Что у него за движок стоит?
Ой-ой-ой-ой, мне страшно. Ребятки, мне страшно. Сейчас произойдет что-то страшное прямо... Прямо сзади меня мне... О, да. Было бы эпично, если бы он прям в тот момент, когда я сказал, меня протаранил. Кстати, по-моему, ему конец. Вот что-то я вангую, что ему там вообще конец полный настал. Конец настал, прими фистал или гистал, там что там принимает. Да, точно, он перевернулся. Но я видел, как он залетал куда-то вот туда. Вверх. Нет! Нет, черт! Бешеный коп просто сломал тачку мне. Вы посмотрите, вообще живого места не осталось. Так делают только американские копы. Я смотрел погони в России, так никто не делает. Потому что в России они берегут тачки. Им не выдают за одну погоню там по новой тачке каждому. Ну, в смысле, у нас не выдают. В Америке это выдают полюбас после каждой погони. Типа, на, чувак, на тебе новую тачку. Он едет за мной или опять нет? Или он опять... Все, понял. Все. Вопросов больше нет. Так, а что если мне сделать ход конем и резко развернуться, попробовать где-нибудь вот здесь перед мостом? Перед поворотом я, наверное, сейчас попробую резко развернуться. Резче надо. И где? И где он? Ага, вот он едет. Вообще, как школьника просто облапошил его. Ну чё, ты едешь за мной? Нет? Да, он едет за мной. Фух. Чёртов неугомонный коп. Почему он никак не успокоится? Зачем ему вообще это нужно? Почему он не может, типа, ну улетел и улетел. Уезжай, чувак, спокойно. Но нет, этот так все не оставит просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он уже где-то сзади. А че он тормозит-то? Нет, все едет. Блин. Блинский блин, вон он. Фигачит. Тихо. Давай, все нормально, едем вперед. О, вот это да! Нахлобучил копа. Сейчас, если я потихонечку его еще толкну, он просто улетит. Тихо, парень. Изи. На изичах здесь прям его надо вот так вот. Давай, включайся задняя. Давай. Ну чё, коп, пока. Приятно было повидаться. В этот раз я ушел. Ну, я сказал вам, да, пацаны, восьмерка, девятка, восьмерка, культовая тачка, она реально тащит. Ну, вы сами все видите. Он живой там, и что с ним произошло? Господи, этот сраный Франкенштейн пытается забраться на меня, ну, чтобы убить меня. Чертов больной ублюдок. Все, я еду, потому что он где-то сзади. Куда? Направо. Чуть-чуть оттормозился и ушел. Отлично. Но он едет за мной. Так, нельзя никак с трассы съезжать. Вообще не вариант. Восьмерка по бездорожью просто не едет. Хоть вы там и скажете, что мой переднеприводный ВАЗ там лучше, чем любой гелик на бездорожье. Это бесспорно так, но в BMG почему-то не продумали эту особенность данного автомобиля. Она здесь не так хорошо едет по бездорожью, как хотелось бы. Давайте его подразним чуть-чуть. Ну чё ты, поедешь за мной, а, парень? Копчик. Копчик, ты едешь за мной или нет? Да, едет. Газ в пол! Отлично, хватило ускорения. Честно, я боялся, что не хватит ускорения, я начну ускоряться, он как влупит. Так, ускорения хватило, теперь... Не хватает управляемости данного автомобиля, она просто, просто никакущая здесь. Вот просто никакущая управляемость. Так, где он? А он все еще на хвосте. Я-то надеялся, что его куда-нибудь там занесло. Так, нужен обманный маневр. Как еще надо коп... Нет, это, блин, не обманный маневр, это говно какое-то собачье. Уходим. Ух. Все. Ну тут все, финиш сразу. Смотрите, что он сделал. Он просто смял машину мне. Вообще просто в хлам. А он еще и на колеса встал. Так, подождите. А если я встану сейчас на колеса? Я смогу еще дальше ехать, нет?
С его помощью могу. Ну, охренеть теперь. Он решил утопить преступника. Просто утопить его в воде. Лол. Это вот, вот это вот нормально? Вот это, блин, вообще нормально или чё? Чё это за хрень? Зачем он это сделал? Он просто взял... Так, ну-ка мы сейчас время чуть изменим. Пипец. Он просто взял, ну вы видите, да? Загнал в воду меня. Перевернул жестко причем. Охренеть. Вот это шериф, вот это я понимаю, вот это полиция. Ну чё, давайте мы вернем все тачки на место. И попробую я еще одну царицу полей и огородов, товарища Приору. Товарищ Приора должен быть исключительно, исключительная просто тачка. На Приоре, скорее всего, я просто без вариантов уйду от преследования, но надо проверить. Надо просто проверить. Давайте. Так, отлично, Приорик у нас готов. Надеюсь, что копчик... Йоу, чувак, ты чё, ты мне новую Приору помял? Потише будь. Так, дрифт на переднем приводе. Все как полагается на приорах. Быстрее, быстрее, едь, да разгоняйся ты. Ты что делаешь-то, чувак? Какой-то гэнгстер выпуск прямо. Как я и сказал. Такой красивый закат. Мы сваливаем на приоре от ментов. По-моему, все вообще по феншую прямо. Ну, кроме того, что я сейчас врезался. Нет, прям в бочину ушатал. Обидно-то как. Так, ладно, все, сюда едем. Уезжаем просто вообще от него вдаль. Просто вдаль. А он там пока тупит стоит. А мы как пацанчики четкие просто сваливаем отсюда. Судя по положению руля, вы понимаете, что с рулевой что-то у нас не в порядке. Рулевое управление сбито, но Приора едет нормально. Ну, ее как бы несет немножко, я думаю, это тоже заметно на видео, но в целом, да. В целом вот так получается все. Ну, как обычно. Это же Приора, что тут другого-то ожидать? Все нормально. На Приоре надо вот 200, вшатался и нормально. Ну, хотя нет, лучше не вшатываться, это знаете как. Бах! Вот это коп. Слушайте, ему реально медаль надо. Вот мне кажется, что вот среди всех выпусков я ему везде проиграл. Вот просто во всем я ему проиграл, потому что он в каждом заезде выполнил свою функцию на 150%. Смотрите, он сейчас выйдет и еще раз бахнет. Он реально еще раз сейчас бахнет. Смотрите, что он делает. А, нет. Но это, видимо, потому что... Да, это, видимо, потому что я на нем сейчас сижу. Я не понимаю, что он делает. Ну, ладно, ладно. В общем, коп реально тут красавчик оказался. Везде он выполняет свои функции на 100%. Вот робот вроде, да? Там бот, но все равно красавчик. Ладно, ребят, погоня на этом будет закончена. В следующем выпуске у нас будет еще более интересная серия. Не пропустите ее, для этого подписывайтесь на канал, жмите там колокольчик после подписки. Ну, все знаете, что за колокольчик. И все, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Механик, всем пока!